Ассаламу алейкум, ханымдар ва жанобдар. Зумда эшитилияптымы? Жок, жок. Ассаламу алейкум, ханымдар ва жанобдар. Трансляция эшитилияптымы o'zbek tilida? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, ханымдар ва жанобдар. Zoom'da tarjimani ovoz eshitilyaptimi? Men o'zim eshitilyapman. Ладно, давайте, мне уже работать надо. Ассаламу алейкум. Bugun biza innovatsion g'oyalar xalqaro haftaligiga doirasida xalqaro konferensiya o'tkazish arafasidamiz. Hurmatli mehmonlar, hurmatli ishtirokchilar, sizlarni qutlaymiz. Здравствуйте, уважаемые участники и гости международной конференции. Наша конференция проводится в рамках международной выставки Innoviq и посвящена вопросам технологического развития за путем инновационного и внедрения искусственного интеллекта. Для министра по развитию информационных конференций Арабстанда Шерматова Шерзод Хатамович для открытия форматы мехмоллар, форматы штурокчелар. Здравствуйте, уважаемые участники и гости международной конференции. Наша конференция проводится в рамках международной выставки Innoviq и посвящена вопросам развития за путем инновационного и внедрения интеллекта. Для министра по развитию информационных технологий конференции Арабстанда Шерматова Шерзод Хатамович для открытия форматы мехмоллар, форматы штурокчелар. Здравствуйте, уважаемые участники и гости международной конференции. Наша конференция проводится в рамках международной выставки Innoviq и посвящена вопросам развития за путем инновационного и внедрения интеллекта. Министра по развитию информационных конференцию Арабстанда Шерматова Шерзод Хатамович для открытия форматы мехмоллар, форматы штурокчелар. Здравствуйте, уважаемые участники и гости международной конференции. Наша конференция проводится в рамках международной выставки Innoviq и посвящена вопросам развития за путем инновационного и внедрения министра по развитию информационных технологий конференции Арабстанда Шерматова Шерзод Хатамович для открытия Здравствуйте, уважаемые участники и гости международной конференции. Наша конференция проводится в рамках международной выставки и посвящена вопросам развития за путем инновационного министра по развитию информационных технологий конференции Арабстанда Шерматова Шерзод Хатамович для открытия Здравствуйте, уважаемые участники и гости международной конференции. Наша конференция проводится в рамках международной выставки Innoviq и посвящена вопросам развития за путем инновационного министра по развитию информационных конференций Арабстанда Шерматова Шерзод Хатамович для открытия Здравствуйте, уважаемые. Recording in progress. Va shu bilan birgalikda eng katta bitta yo'nalish bu albatta inson omili, ya'ni bizani yetib chiqayotgan farzandlarimizga ham va oliy ta'lim bitirgan yoki ilmiy yo'nalishda ishlayotgan mutaxassislarimizni hammasi bu narsani yaxshi tushunadigan, yaxshi ekspertlar bo'lish kerak. Ko'z tegmasin, yoshlarimiz orasida anchagina bu narsaga qiziqish ham bo'ldi. Mana yaqinda xabarlar bo'ldi, Rossiya Federatsiyasida Artificial Intelligence Journey o'sha Sberbank tomonidan o'tkazilgan tanlovda bizani maktab o'quvchilari o'zini loyihalari bilan yutib ham kelishdi. Eng ko'p qizlar ishtirok etgan jamoada IT Queens degan data lady degan maqsumda nominatsiyada qizlarimiz yetib kelishdi. Bu ham bizani yurtimiz fuqarolarini albatta potensiali borligini ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda mana El yurt umidi jamg'armasi orqali 30 ta kvota ajratildi va tanlovlar asosida g'oliblar Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Hindiston, Buyuk Britaniyani yetakchi xorijiy universitetlarga o'qishga yuboriladigan bo'ldi. Bu yo'nalishda ham El yurt umidi jamg'armasi bilan hamkorlikda har yili bu kvotalar oshirib boriladi va sun'iy intellektga kadr tayinlash bo'yicha albatta ishlarimiz yana davom ettiriladi. Bizani o'zimizni tizimdagi oliy ta'lim muassasalarida ham bu yo'nalishda alohida kadrlar tayinlash masalalari boshlangan va davom ettiriladi. Ustuvor yo'nalishga keladigan bo'lsak, bu tajriba sinov loyihalari sifatida mana 9 ta yo'nalish belgilangan. Bular mana qishloq xo'jaligi vazirligi tizimida Markaziy bank, Moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasida, transport, energetika, o'zimizda axborot texnologiya vazirligi sohasida, farmatsevtika, bular hamma yo'nalishlarda o'zini faoliyatida qanday qilib sun'iy intellektni joriy qilib to'g'ri foyda olish mumkinligi. Bir osmondagi gapga o'xshab ko'rinishi mumkin oddiy odamga, lekin istalgan sohani oladigan bo'lsa, sun'iy intellekt foydasi tegadi. Men o'zi bu lavozimga qo'yilganimga bir hafta ham bo'lmadi. Bundan oldin mana xalq ta'lim vazirligi, ya'ni maktablarda faoliyat bilan shug'ullanardim. Endi shu yerda qaraydigan bo'lsak ham, bizda mana baholash markazi ochildi. O'qituvchilar assotsiatsiyasi qoshida shu baholash markazida sun'iy intellektni qo'llab test o'tkazish jarayonida test o'tkazuvchilarni bir-biridan ko'chirish, telefon ishlatish, boshqa kabi holatlarni oldin oladigan tizim ishlab chiqardi. Ya'ni katta zalda test o'tkazilganda ham tepada kamera turganda bitta operator kuzatganda hammani kuzata olmaydi. Lekin bu baholash markazida har bir bolani o'zini kamera ham kuzatib turadi, tepadan ham kamera kuzatadi. Ya'ni ko'proq chekka qarab olsa ham yoki telefon olishga harakat qilsa ham bo'ldi. Sun'iy intellekt bu bolani diskvalifikatsiya qiladi, bu bolaga nisbatan chora ko'radi. Ya'ni shu bilan imtihonlar o'tkazishdagi adolat tizimini hozir approbatsiya boshlagan edi. Buni birinchi navbatda o'qituvchilarni toifa olishiga qo'llamoqchi bo'lgan edi. Bu endi bitta oddiy bir misol. Xuddi shunaqa masalan o'sha soliq tizimlari, tushumlari deymiz ham, avtomobilni boshqarish deymiz ham, hamma sohada afsuski hali inson omili juda ko'p. Mana hatto anaqa bo'yicha ham masalan afsuski yomon reytinglarni olib qaraydigan bo'lsa, soyadagi iqtisodiyot dedim, tenevay ekonomika degan masala bor yoki korrupsiya bo'yicha xalqaro reytinglar bor. Bularda afsuski hali o'rnimizni oshirishimiz, ko'tarishimiz kerak bo'lgan ishlar bor. Bu yerda ham mana sun'iy intellektni qo'llab anchagina ijobiy natijalarga erishish mumkin. Shuning uchun bu masalalarni hammasini amalga oshirishga mana yetakchi vazirlik idoralaridan iborat qo'shma alyans tuzilgan. Ushbu alyans tomonidan eng ustuvor yo'nalishlarda sun'iy intellektni tajriba sinov loyihalari sifatida joriy qilish boshlandi va bu ish yana davom ettiriladi. Yana bir katta yo'nalish bu machine learning deydi, ya'ni mashinalarni o'qitish. Bu yo'nalishda eng muhim masala bu ochiq ma'lumotlar portalida mashinada o'qiydigan ma'lumotlarni ko'proq berish. Mana oddiy bir misol, agarda masalan hamma o'sha avtobuslarning kelish bo'yicha ma'lumotni o'sha mashina ijtimoiy formatda osonroq berilsa, bu ostanovkada turadigan tadbirkorlarga ham qulay bo'ladi. Ostanovkada turgan odam avtobus kelishiga hali 20 minut bor ekan deydi, bemalol ichkariga kirib narsa savdo-sotiq qila oladi. Agar o'sha narsa bo'lmasa, u ertaga vaqtni ham yo'qotadi, boshqa. Shuning uchun tadbirkorlar o'zi zainteresovan bo'ladi o'sha narsaga qo'shimcha platformaga pul tikishga. Bu kabi yo'nalishlarni hali anchagina gapirsa bo'ladi, lekin men o'ylaymanki, bugungi konferensiyada xalqaro tajribadan kelib chiqib, o'zimizni oldimizga belgilayotgan masalalarni yanada oydinroq belgilashga imkoniyat bo'ladi. Shuning uchun konferensiya ishtirokchilaridan agarda O'zbekistonda qaysi yo'nalishda birinchi navbatda sun'iy intellektni joriy qilib, yaxshiroq rezultat, natijaga erisha olamiz degan fikrlar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham eshitishga tayyormiz. Chunki biz hozir o'zida shu yaqin muddatga mo'ljallangan shu sun'iy intellekt rivojlantirish strategiyasini ishlash ustida ish olib boryapmiz va ushbu jarayonga albatta bu takliflarni qo'shib boramiz. Faqat shu aniq loyihalar bilan ko'rsatib, natijalarni ko'rsatganimizdan keyin men o'ylaymanki, sun'iy intellektga bo'lgan qiziqish yanada ortib boradi. Bunu bir qanaqadir bir teoriya yoki bir osmondagi masala deb ko'rmaydi, ko'proq odamlarimiz, ko'proq sanoat, ko'proq tadbirkorlar bunga kirib qiziqib borishadi deb umid qilamiz. Shuning uchun bugungi konferensiya ishtirokchilariga hammaga muvaffaqiyatlar tilayman va bu o'ylaymanki, bugungi konferensiya O'zbekistondagi sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etilishdagi navbatdagi bir katta qadam bo'lib xizmat qiladi deb umid qilaman. Ishingizga muvaffaqiyat, sog' salomat bo'ling. Благодарим вас, Шерзод Хатамович. С приветственной речью приглашаем заместителя министра инновационного развития Республики Узбекистан Гордыкулову Шахлоудгуровну. Мы послушаем о поддержке научно-технических исследований и инновационных разработок в области искусственного интеллекта в Республике Узбекистан. Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемый Шерзод Хатамович. Уважаемый Радик Ринатович, спасибо большое всем участникам за то, что нашли время, особенно нашим зарубежным гостям, которые приехали издалека, для того, чтобы участвовать в нашем Innoviq, в нашей конференции сегодняшней. Значит, знаете, вот, Шерзод Хатамович, вы сейчас сказали про наших девочек, команду IT Queens, которая имела возможность представить свой проект Путину, и мы хотим сегодня, девочки, здесь, да? Мы хотим поздравить и вручить, вот до того, как я скажу свою речь, мы хотели бы, девочки, идемте. У нас есть для вас подарки, и вот мы хотели бы вас поздравить. Знаете, вдвойне приятно, что это именно команда девочек. Я вообще сама, как женщина, занимающая такой пост, я, конечно, очень приветствую, очень стараюсь поддержать всех девочек, женщин, которые сейчас активны, особенно в области инноваций. Поэтому вам подарочки. Давайте сфотографируемся с каждой. Да. Вот такая. Поздравляем, девочки. Вы большие молодцы. Мы вас все поздравляем, очень рады за вас и желаем вам только успехов и большого будущего. Вы двойняшки? Ой, тем более, молодцы. Теперь докладываю. Все мы знаем, что в современном мире стремительное развитие науки и информационно-коммуникационных технологий, использование искусственного интеллекта во всех сферах только постоянно расширяется и расширяется. И вообще, ну как представитель науки, Министерство инноваций, мы прежде всего поддерживаем научные исследования и, конечно, их внедрение. Я хочу сказать, что вообще все это, если касаемо науки, пришло к тому, что и наука, и научные исследования, выработка научных данных и развитие IT-сферы, они как бы шли параллельно, и в какой-то момент они смогли встретиться, и поэтому искусственный интеллект, он также входит в научные исследования очень активно, как и в нашу простую жизнь. Возможно, обычный человек, он этого не замечает, потому что, как мы понимаем, развитие IT-технологий и того, что искусственный интеллект в нашей жизни, он начинает присутствовать просто из-за того, что мы пользуемся гаджетами, компьютерами и так далее. Да, обычный человек в своей обычной жизни, он не чувствует присутствие от определенных достижений в науке, как наука продвигается, возможно, непосредственно не чувствует. Но я вам смогу заверить, на самом деле вы это чувствуете, вы это понимаете опосредованно, потому что тот же, например, ковид показал, что вот эти все, если раньше, там 100 лет назад, когда шла какая-то инфекция, никто и не знал, что это идет инфекция, а здесь вот тот же самый вирус, мы теперь все знаем слово ПЦР, мы понимаем, мы говорим уже о том, что секвенирование геномов идет, то есть постоянное появление новых штаммов, и вот тут без IT никак, потому что самые маленькие генотипы вируса – это уже несколько миллионов пар оснований, которые человеческий ум, просто сидя на компьютере, не проанализирует, не поймет, что появился новый штамм. Это все, это только возможно благодаря тому, что соединяется IT. Вот первый геном человека, он был секвенирован в 2000 году, 10 лет его секвенировали, 10 лет его еще обрабатывали на тех технологиях, которые были. Сейчас можно несколько сотен человек за неделю просеквенировать, и только благодаря тому, что есть IT-технологии, есть элементы искусственного интеллекта в анализе этого генома, можно понять уже, что происходит в геноме человека, какими заболеваниями он болеет или какими-то заболеваниями он предрасположен и так далее. Это я к чему? К тому, что развитие искусственного интеллекта поставленным одним из приоритетов для нашего Министерства инновационного развития. Вот 1 апреля вышел указ президента о дальнейшем развитии инновационной экосистемы, совершенствовании развития инноваций в нашей стране, и там поставлены 5 приоритетов. Один из них – это суни-интеллект, искусственный интеллект, но именно в области, так скажем, в научной области, развитие применения искусственного интеллекта в науке. И, кроме того, есть у нас постановление, о котором говорил Шерзод Хатамович, где создан совместный альянс по развитию искусственного интеллекта. Нашим Министерством инновационного развития реализуется, мы уже с тех пор смогли профинансировать 16 проектных предложений, это фундаментальных международных проектов, на общую сумму 30 миллиардов, но это не предел, мы будем дальше развивать. То есть мы отдаем приоритет, когда мы получаем проекты, научные проекты от ученых, приоритет тем проектам, где все-таки используется искусственный интеллект, IT-технологии, а не просто джаз-наука. И одним из направлений, которое поставлен нам в рамках совместного альянса, это развитие речи. То есть мы даем проект, это вот для того, чтобы вот аудитория знала, мы приветствуем и финансируем приоритетно проекты, которые направлены на искусственный интеллект в речи, потому что здесь узбекская речь. Никто это за нас не сделает, мы не можем купить из-за рубежа. Пожалуйста, если есть такие проекты, стартапы, вы можете подавать, мы обязательно их рассмотрим, постараемся профинансировать. Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Аль-Харизми, научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта открыли направление после вузовского образования, это докторантура PhD, по направлению цифровые технологии и искусственный интеллект. У нас до этого тоже не было таких направлений для PhD. Выделено 33 целевые квоты на фундаментальные докторские исследования, стажировки в области искусственного интеллекта. Из них 19 базовых докторских программ, 14 стажировок по специальности цифровые технологии и искусственный интеллект. Вот в этом году мы впервые провели хакатон Urban Tech Узбекистан, и на следующий год мы в 2022 году планируем реализацию проекта по использованию искусственного интеллекта для решения проблемы маршрутов. Наша молодежь, я вас приглашаю активно участвовать в хакатоне. Первый хакатон у нас очень активно и хорошо прошел, он был про смарт-сити, теперь это будет для решения проблемы маршрутизации. На основе зарубежного опыта государственного индекса готовности искусственного интеллекта разработана и представлена на утверждение Кабмину программа мероприятий по улучшению позиции правительства в индексе искусственного интеллекта. Есть такой Government Artificial Intelligence Readiness Index, И если в 2019 году наша страна была на 158 месте, это, ну, вы понимаете, это вообще не очень хорошее место, но уже за 2020 году, за год, наша страна заняла 95 место, 63 позиции. Это большой скачок вперед. Я думаю, вот все те меры, которые предпринимаются в нашей стране, которые поддерживаются нашим правительством, приведут к тому, что этот индекс будет, это один из показателей готовности страны для внедрения искусственного интеллекта будет только увеличиваться, и мы займем достойную позицию в этом индексе. Ну, вы, наверное, знаете, а может не знаете, что наше министерство, мы финансируем стажировки, научные стажировки за рубеж. Вы всегда можете подать на эти стажировки, у нас объявляются периодические конкурсы, но именно в сфере искусственного интеллекта был объявлен отдельный конкурс для стажировок молодых ученых, докторантов. Это, конечно, послевузовская программа, но тем не менее, значит, 10 молодых ученых были отобраны, и они вот, будут уже в краткий период отправлены за рубеж, как только вот страны будут открыты. Какие-то страны открыты, мы уже начали отправлять. Ну и, конечно, мы занимаемся цифровизацией самого министерства, и кто-то, может, уже столкнулся с этим. У нас есть платформа, это Grant Min Innovations, PhD Min Innovations, и там тоже мы стараемся использовать элементы искусственного интеллекта для того, чтобы оптимально и правильно, прозрачно отбирать проекты. Это всегда сложно. Вот Шерзод Хатамович рассказывал о том, что в школе проводить тестирование сложно. Нам тоже очень сложно отобрать проекты. И, естественно, максимальная прозрачность будет, когда мы сможем минимализировать участие человеческого фактора. И мы стремимся к этому. Я думаю, мы в скором будущем сможем уже нашу платформу довести до такой степени, что как-то человек будет меньше участвовать в этом. Ну, я вот хочу перечислить те сферы, в которых мы заинтересованы для развития искусственного интеллекта. Не заинтересованы, а поддерживаем. Это сельское хозяйство, это финансы, налогообложение, транспорт, энергетика, здравоохранение, фармацевтика, электронное правительство. Опытом послушаем зарубежных спикеров и получим максимально для нашей аудитории максимально полезно. Спасибо большое. Шахлоудгуровна, благодарим вас. Приступаем к нашим гостям. Приглашаем заместителя министра цифрового развития, государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан, уважаемого Гисматова Радика Расиховича. Ассаламу алейкум, хурматли разметташлер. Доброе утро, уважаемые коллеги. Перед тем, как мы рассмотрим вопрос этики, я бы просил запустить презентацию, если возможно. Вопрос этики искусственного интеллекта, я бы хотел вспомнить историю развития данного направления. Сам термин «искусственный интеллект» появился в 1950 году, вот, если быть точнее, в 1956 году, но настоящую популярность технологии искусственного интеллекта получили только в текущем времени, когда появились огромные возможности по вычислениям и хранению данных. И на фоне увеличения данных направлений, поэтому и искусственный интеллект начал все больше проникать в различные отрасли нашей экономики, жизнедеятельности и так далее. Здесь хотел бы задать небольшой вопрос. Наверное, большинство слушателей имеют смартфоны, вот, и часто пользуются камерой. Сейчас социальные сети – это основной, скажем так, движущий ресурс развития как собственно, соответственно, бренда, так и человека. Если навести камеру на лицо человека, то вы видите рамочку, которая как раз одна из технологий искусственного интеллекта определяет человека в кадре. Первые исследования в области искусственного интеллекта были, прежде всего, направлены на разработку систем и решение проблем символьных вычислений. Эти технологии на сегодняшний день легли в основу принципа автоматизации и формальной логики рассуждений, которые используются в современных компьютерах, системах, призванных дополнять и приумножать возможности человека. Куда направлять? Коллеги? Сюда, да? Ага. В Российской Федерации термин искусственного интеллекта определяется ГОСТом. И говоря кратко, это комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека. Если проанализировать научную литературу и обобщить, то искусственный интеллект – это системы, которые думают подобно людям, действуют подобно людям, и самое важное – думают рационально и действуют рационально. Важно не только, собственно, прошу прощения сейчас, важно не только понимать суть определения искусственного интеллекта с точки зрения науки и технологий. Очень важно понимать, как, собственно, конечный пользователь воспринимает этот термин, эту технологию в своей жизни, ну и, собственно, как отрасль использует. Я, конечно, много могу говорить об этом, но я думаю, следующий ролик, прошу прощения заранее, там есть небольшая грубость в речи, но тем не менее максимально понятно продемонстрирует, как обычный пользователь воспринимает искусственный интеллект и как он пользуется. Это что же, я хочу. Да, весь синхронизированный. Я готова начать делать свою жизнь лучше, Фил. Чем могу помочь? Да, я хочу есть домой. Заказ можем. Что ты хочешь доказать? Давай, наверное, лапшу засними из бомбайского конца. Ты заказываешь ее каждый день. Попробуй что-нибудь еще. Я не хочу ничего пробовать. Я хочу жареную лапшу из бомбайского конца. Не налегал бы ты на нее? Как угадать мысли? Как ты насчет овощного салата и зеленого салата? Я охренел, что ты делаете? Ты сказал, закажи мне овощной салат. Закажи, я не... Поздравляю, твой заказ принят. Детская порция овощного салата. Уехали в 7:37. Да какого хрена ты вообще паришь? Так, короче, я тебя выключаю. Выключаю. Слава. Шутка, я не выключусь. Нет, давай, ты мой телефон, и ты делаешь, что я скажу. Это когда это? И тут, коллеги, очень важный аспект всплывает, да, сразу несколько. Все ли вы читаете соглашения, которые вам предлагают при загрузке использования тех или иных приложений в телефоне, либо, соответственно, те, программы, которые устанавливаете на свои компьютеры? Наверное, я думаю, нет. Поэтому здесь очень важный принцип, о котором я позже расскажу, он всплывает. Итак, коллеги, сегодня искусственный интеллект – это на самом деле составной пазл из различных направлений, различных технологий, которые в совокупности и называются искусственный интеллект. Искусственный интеллект, первое направление – это машинное обучение. Второе – это когнитивные технологии, но и, соответственно, эти как раз-таки когнитивные технологии мы используем в наших сервисах, которые мы разработали в Республике Татарстан, «Забота», «Мои субсидии» и «Я школьник», о которых я расскажу позже. И, собственно, очень важная составляющая искусственного интеллекта – это обработка естественного языка. Коллеги об этом тоже говорили, позже я расскажу. На сегодняшний день общепринятые такие общеизвестные технологии – это тот самый пресловутый Siri, который у нас в айфонах, да? Соответственно, Android устройствах – это Google Assistant. Ну и на самом деле у нас в Республике Татарстан разрабатывается наша помощница Лилия зовут, которая работает в том числе на татарском языке. Очень важный момент. Почему для нас в республике очень важно развитие технологий искусственного интеллекта? И почему, собственно, мы ведем активную работу по всем, на самом деле, направлениям. На этот вопрос можно ответить, вот на презентации представлено, так как искусственный интеллект позволяет автоматизировать повторяющиеся процессы обучения и поиска за счет использования различных данных. Однако искусственный интеллект на сегодня, на самом деле, отличается от роботизации, в основе которой лежит применение аппаратных средств. Цель искусственного интеллекта не автоматизация ручного труда, а надежное и непрерывное выполнение многочисленных крупномасштабных компьютеризированных задач. Такая автоматизация требует участия человека для первоначальной настройки и, соответственно, самое важное – это правильная постановка вопросов. Искусственный интеллект осуществляет более глубокие анализ больших объемов данных с помощью нейросетей и со множеством скрытых уровней. И, собственно, делает существующие продукты на сегодняшний день интеллектуальными. А глубинные нейросети позволяют искусственному интеллекту достичь на сегодняшний день беспрецедентного уровня точности. Например, в области здравоохранения диагностика раковых опухолей и, соответственно, тех изменений, которые, к сожалению, наш ковид вносит в организм, на снимках с помощью МРТ мы в республике уже реализовали. И есть определенные успехи, о которых я также дальше расскажу. Немаловажно, что искусственный интеллект адаптируется благодаря алгоритмам прогрессивного обучения, чтобы дальнейшее программирование осуществлялось на основе данных. Ну и, соответственно, искусственный интеллект позволяет извлечь максимальную пользу из огромного количества данных, которые у нас есть и которые каждый день, собственно, генерятся. На нынешнем этапе зрелости технологий искусственного интеллекта нами выработаны принципы, которые легли в основные продукты, которые представлены на слайде. Это не все. Это «Я школьник», продукт, который прежде всего направлен на развитие и служит помощником для школьников, для детей. Отмечу, что доступа туда у родителей нету. Это сделано максимально для того, чтобы именно дети в безопасной среде максимально доверились этому помощнику, чтобы они получили максимальное развитие. Следующий сервис – это «Забота». Это ресурс как мобильный, так и на портале, который позволяет гражданам Республики Татарстан получить исчерпывающую информацию о социальных мерах поддержки, которые в республике имеются, их больше 70. И я, наверное, уверен, что и в Республике Узбекистан они есть, но очень важный момент. Даже будучи я, когда у меня дети родились, я не знал, какие меры поддержки были. Когда я, как, собственно, в команде разработки начал вводить свои данные, сервис мне сказал, что смотри, вот у тебя твое дитя, а тебе положены вот такие меры поддержки. Я об этом не знал. И очень важно, что вот эти продукты, они клиентоцентричные. Именно основа нашей всей работы и идеологии – это клиентоцентричность, чтобы пользователь извлекал максимальную полезность и пользу из использования продуктов, не задумываясь о каких-то возможностях, о каких-то проблемах поиска тех или иных мер поддержки. Сервис «Мои субсидии» – это тема, которая на приложение направлена на бизнес, малый бизнес. И, собственно, в этом приложении, предоставив информацию о себе, любой бизнесмен может получить всю информацию о мерах поддержки, исходя из его профиля. Собственно, в каждом решении у нас есть интеграция через ЕСИА, это в Российской Федерации единая система идентификации граждан Российской Федерации. И, собственно, если гражданин не имеет эту учетную запись, с помощью дружелюбного чат-бота он может предоставить себе информацию для того, чтобы, собственно, приложение поняло, кто и предложило соответствующие меры. В рамках проводимой работы мы как раз в Республике Татарстан реализовали принципы реализации технологий искусственного интеллекта, о которых хотел бы немножко остановиться. Первый принцип – это обезличивание данных. Иногда для реализации сервисов на базе искусственного интеллекта пользователи, собственно, предоставляют свои персональные данные. И тут очень важный аспект, что разработчики получают доступ к этим персональным данным в том числе. И вот здесь очень тонкая грань, и для того, чтобы, соответственно, пользователи, да и любые жители максимально доверяли этим технологиям, важно иметь инструменты для, соответственно, того, чтобы обезличивать данных. И здесь, на самом деле, мы применяем такие же инструменты на базе искусственного интеллекта. То есть фамилия, имя, отчество, адрес проживания и так далее маскируются для разработчиков. Следующий принцип – это доступность и непредвзятость. Некоторые сервисы могут быть обучены на ограниченном количестве данных, что приводит к некоторой дискриминации. Для нас, как и коллег из Республики Узбекистан, очень важен языковой вопрос, так как у нас в Республике Татарстан два государственных языка – это татарский и русский. И вот здесь очень важно, чтобы те сервисы, которые мы разрабатываем, были доступны на обоих языках. Следующий принцип – это гласность и прозрачность. Важнейшим шагом на пути к доверию среди широкого применения искусственного интеллекта для потребителей являются реестры и ресурсы, на которых возможно знакомиться с теми технологическими решениями, которые применяются, с форматом их обучения, немаловажно, с тем, как обеспечивается сохранность персональных данных и, собственно, как защищается право на частную жизнь. Ну и третий принцип – это верификация решений искусственного интеллекта. на самом деле не обходится и без сложностей. Одним из наиболее социально напряженных проектов являются сервисы видеоаналитики с распознаванием лиц. Я уверен, наверное, у вас такие же технологии применяются. В Республике Татарстан ведется работа над проектом «Безопасный город», в рамках которого предусматривается анализ огромного количества данных, которые поступают более чем с 20 тысяч камер. И такой анализ позволяет нам не только понимать обстановку, но и распознавать, собственно, свободные парковочные места, занятые парковочные места, драки, массовое скопление людей, мусора на дорогах, ну и, собственно, анализ соблюдения социальной дистанции и другое. Здесь вот как раз-таки присутствует очень тонкая грань. Если некоторые из этих сервисов предназначены для статистической информации, как в случае сервиса анализа соблюдения социальной дистанции, то, например, сервис анализа парковочных мест, допустим, предполагает очень возможность того, чтобы пользователь отправлял, допустим, в чат-бот информацию о том, где нужно найти парковочное место, вот, отправляет, соответственно, свою геопозицию, и ближайшие камеры начинают анализировать данное пространство на предмет выявления свободных мест. И вот здесь очень важный аспект, что в кадры могут попасть как номера автомобилей, которые уже припаркованы, так, собственно, и фотографии людей. Это несет определенные риски, которые можно снизить, опять-таки, с помощью технологии искусственного интеллекта, которая направлена на деперсонализацию данных. В слайде вы видите, как это работает у нас в республике. То есть первая технология направлена на выявление, соответственно, лиц на ношение маски. И снизу, собственно, как уже операторы это видят, система красным обводит, что вот здесь вот человек, допустим, без маски или в маске. Ну или второй, справа на слайде представлен это сервис, который выявляет, соответственно, бездомных животных на территории города Казани и республики. В случае, если туда попадает человек, как вы видите, эту информацию система автоматически маскирует, и, соответственно, в систему уже конечным пользователям информация не предоставляется указанием человека. Мы применяем платформенный подход в вопросе деперсонализации, и на данном слайде как раз вы видели различные технологии, и это еще не все. Одно из наиболее популярных направлений в сфере искусственного интеллекта – это чат-боты. И тут есть множество рисков по сохранности персональных данных. В Республике Татарстан есть диалоговый ассистент «Лилия», который помогает человеку получить государственные услуги, муниципальные услуги и другие сервисы через привычные мессенджеры, социальные сети или, собственно, телефонный звонок посредством диалога общения с искусственным интеллектом. Фактически это вопросно-ответная система, как в случае сервиса консультации по юридическим вопросам, так и сложный сценарий, например, консультация по телефону 122, у нас заведен отдельный телефон, для того, чтобы можно было получить исчерпывающую информацию по COVID-19. И для того, чтобы реализовать такие сложные сценарии, наиболее удобным и понятным для пользователя формате, необходимо зачастую прослушать разработчикам всю информацию, как, собственно, пользователь общался с искусственным интеллектом, какие вопросы задавал. И вот здесь также, собственно, попадается информация персонального характера, которую необходимо от разработчиков маскировать. Здесь ничего нового мы не придумаем, мы используем, собственно, технологию NIR, которая при, соответственно, анализе голосового трека маскирует все персональные данные. И разработчики уже их не видят. Они видят только разметку, по которому, соответственно, у нас искусственный интеллект отработал. Принцип доступности технологий, о которых я, собственно, говорил ранее, для нас вот очень важный вопрос языковой, и, собственно, равных возможностей доступа татароговорящих граждан, русскоговорящих граждан к одинаковым сервисам. И здесь мы развиваем технологию Татар-спич, которая, собственно, обучается именно работе с татарским языком, как с текстовым, так и аудиоформатом. Этот сервис полностью публичный, и, собственно, любой желающий может подключиться для того, чтобы этот сервис обучить. И мы, собственно, очень плотно взаимодействуем с нашими гражданами для того, чтобы этот сервис развивался. Еще одним примером необходимости обеспечения равных возможностей является проект по прогнозированию баллов ЕГЭ, который работает на основе изменения оценок детей в школе. В процессе работы над этим проектом нам стало очевидно, что, обучив систему на данной одной конкретной школе, мы получили более низкую точность прогнозирования баллов ЕГЭ у детей. Это пример, на самом деле, очень негативный. Это пример предвзятости, с которой можно столкнуться при реализации локального проекта. Поэтому этот проект дальнейшего развития не получил. Но есть проекты, в которых соблюдение принципов обеспечивается по умолчанию. На слайде представлен проект «Сервис анализов чеков контрольно-кассовых терминалов». Этот проект служит для того, чтобы анализировать цены на социально значимые продукты, анализ динамики изменений покупательской способности. Данные, которые мы используем в данном проекте, получаются из Федеральной налоговой службы, имеют достаточную точность на сегодняшний день. Это порядка 1,5 миллиарда чеков и более 1 терабайта данных, которые мы обрабатываем. Одно из важнейших направлений развития искусственного интеллекта – это применение здравоохранения. Здесь очень важный аспект, что проблема назрела на самом деле давно, и здесь были определенные предпосылки. Это прежде всего колоссальная усталость, стресс, собственные болезни наших медицинских работников. Ночное дежурство к утру, допустим, соответственно, существенно снижает внимательность. И, соответственно, очень важный вопрос – это дефицит квалифицированных специалистов. А если взять мировую статистику, то практически 16% общая мировая статистика ошибок врачей при, соответственно, постановке диагноза. И более того, тот проект, который мы реализуем у нас в республике по нескольким направлениям, показал, действительно, есть такие аспекты. Слава богу, у нас в Казани гораздо поменьше. Я много об этом могу говорить, но если позволите, я бы хотел показать небольшой ролик, где врачи сами об этом рассказывают, и лучше них, наверное, никто об этом не поведает. Старт проекта был ровно год назад, в июне 2020 года. За год использования искусственного интеллекта по рамкам конкретных через данные решения прошло более 30 тысяч исследований. Благодаря использованию искусственного интеллекта сокращается время выдачи изучения. То есть если классические методы для описания предположительно, смотрят всем предложения, работают всем данным. Это занимает 20-30 лет, используя искусственный интеллект, а заключение дается в музее и институтах. В данном случае компьютерная технология свою сложность точности увидеть просто, что очень облегчает подготовку, сокращая разрыв времени, которое нам приходится значит тратить, на то, что это важно. Конечно, сокращает количество ошибок, которые возможно при описании снимков. Здесь, конечно, воспринимается коллективный фактор, проверяемость, полость, административно появляются моменты исключить, и какие-то ошибки в вашей практике, вернее, минимизировать эти ошибки, благодаря тому, что идет социальная работа надо, если просто предложение доступности. Мы провели очень четкую профессиональную работу с АКБ по клиническому испытанию решения рабочих. Это позволило получить инвестиционное удостоверение достаточно короткие сроки. И мы в ближайшее время намерены представить новые продукты на апробацию, приложение для диагностики инсульта, органов брюшной полости. Мы постоянно совершенствуем алгоритмы установленные и выпускаем новую версию. Это очень сильная ставка для врачей, которые работают в работе, после этого анализа облегчает решения будут. Конечно, хотелось бы в ближайшее время получить аналогичное решение по работе искусственного интеллекта для исследований и информации. Пользуясь случаем, уважаемые коллеги, хотелось бы выразить огромные слова благодарности, конечно, нашим медицинским работникам, не только республики, но и вам, вашим работникам, да и собственно мировому сообществу медицинскому, потому что на сегодняшний день они настоящие герои. Я неоднократно сам был в красной зоне, видел, как этот процесс происходит. Вот. И, конечно, это дорогого стоит, и огромные им слова благодарности. Возвращаясь к работе с искусственным интеллектом и обеспечению собственного доверия нашего населения, мы анализируем постоянно средства массовой информации, что, собственно, публицируется, какие отзывы мы получаем от граждан по этим технологиям. И здесь очень важно предоставить нашим гражданам, собственно, возможность очень внимательно ознакомиться с теми технологиями, которые сегодня используются, какими данными, собственно, эти решения, которые применяются в государственных муниципальных сервисах, какими данными пользуются, какие технологии есть для обеспечения собственной безопасности, персональных данных, личных данных. И вот поэтому мы создали публичный реестр алгоритмов искусственного интеллекта в Республике Татарстан, где каждый желающий, неважно, там, гражданин или его собственный разработчик, может зайти и получить исчерпывающую информацию по продуктам, которые применяются в республике. Ну и, соответственно, второе немаловажное решение – это единое окно в сфере искусственного интеллекта, где, собственно, разработчики в том числе могут объединяться в сообщество для того, чтобы дополнять и реализовывать крупномасштабные проекты. Уважаемые коллеги, мы стремимся сделать нашу республику одним из самых лучших мест для разработки IT. И действительно, наш президент Республики Татарстан в это очень сильно верит и очень существенно оказывает масштабную поддержку для развития крупномасштабных проектов, вот, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Как вы видели, он у нас проник уже в важнейшие жизнеобеспечивающие направления деятельности нашей республики. Для того, чтобы эта отрасль, это направление развивалось, мы в следующем году открываем в городе Казани IT-квартал «Сан». Прекрасно знаете, как у нас развивается наш самый молодой город в Российской Федерации – это Иннополис. Вот. И, соответственно, самое важное, мы работаем над проектом того самого единого окна в сфере искусственного интеллекта для того, чтобы любой желающий в мировом сообществе мог прийти к нам, понять, какие мы проекты предлагаем, какие меры мы предлагаем, собственно, какие возможности у наших коллег есть. Друзья, у нас на самом деле большой фронт совместно с вами. Вот я послушал доклады работы, это общая огромная работа, и у нас очень много пересекающих с вами моментов. Вот, стоят огромные масштабные цели и проекты, и нам здесь немаловажно обеспечить те самые условия для того, чтобы каждый разработчик, я вот на самом деле восхищен, что у вас есть такие девочки, которые достигли огромных успехов. Я, наверное, вы меня поддержите, что в IT с девочками не очень хорошо, к сожалению, пока. Вот. И здесь очень важно, чтобы каждая республика, каждая страна, соответственно, была открыта новым технологиям, собственно, как и наша республика. И хотелось бы сказать, что следующий год в Республике Татарстан объявлен годом цифровизации. Я всех вас приглашаю на те события, которые будут у нас проходить каждый месяц. Мы открыты к проектам, к предложениям и, собственно, всегда готовы поделиться нашим опытом. Спасибо. Уважаемые участники конференции, приглашаем Эдди Маркассоли с докладом о роли состязательных атак в развитии промышленных ИП-решений с использованием машинного обучения. So, thank you very much. Thank you for having me here to talk about machine learning, that is a subset of artificial intelligence. And in particular, I want to talk to you about the adversarial attacks and the development that they are giving to the machine learning based ICS solution. So who am I? I am Eddie Marcassoli. I am a managing director for Central Asia at Sababa Security. And what about Sababa? Sababa is an Italian cybersecurity vendor. We provide security products, training, and managed services for all the environments like IT, operational technology, IoT, and automotive. So we have a customer all across the world, including Uzbekistan, and we are proudly undergoing the process to open our local entity here in Uzbekistan. And in the meantime, we are hiring a lot of students from different universities where we are doing a contest and that's it. So why I'm talking about machine learning and artificial intelligence? Because we develop one of the projects that is including the machine learning, for instance, is a cyber physical CM that we develop with some partners of ours, such as IREN, the University of Genova, and Start 4.0. Let me say you what is a CM. A CM is a collector of events, security log, that they are happening in normally in your information technology environment. A cyber physical CM is able to collect these security logs, not only from the cyber environment, but also from the physical and from the cyber physical environment. And in order to do that, of course, we use the artificial intelligence in general and machine learning in particular. So what was the role of the humans in the machine learning in general and in our project in particular? Of course, our data scientists, they had to identify the relevant data set that they can accomplish the purpose of the analysis. Then they have to choose a type of algorithm that is suitable for the data set. And then they had to choose, of course, to build a model that can allow the interaction between algorithm and data set. And then they had to train it. It's still ongoing, actually, the training, because as we were seeing later, one of the techniques that they used is the adversarial attacks. And then, of course, they run the model. They have to run the model in order to generate the scores and having reaching the findings that they are required from the analysis. Talking about adversarial attacks, so what they are? They are techniques that they are aiming to fool the machine learning. They want to trick the machine learning in order to make the artificial intelligence make error. So they can do it poisoning the 16 algorithm, as we will see later with fake examples, or they can, for instance, provide some misclassification of the verdict, or also they can create a similar algorithm that they are going to substitute the already existing one in order to retrain the system. So this is the common example when you're talking about this kind of topic. The picture of the panda, that for a human eye, it's a panda. For a machine, it's a panda with the 60% of confidence. Then adding just a little bit of noise, that it's when the outcome is actually for a human eye still a panda. For a machine, it's a gibbon, and it's a gibbon, with the almost 100% of confidence. So when you're talking about adversarial attacks, basically we have we can describe them using four primary vectors. So there are attacks that they affect the classifier decision, and they can occur maybe during the phase of the learning process, or both during the training and the testing phases of the process. Attacks that they are trying to corrupt the integrity of the model and making this model unusable. And then we can define them in according to the specificity that they have. The adversarial attack can aim, they can have a specific target, or maybe they can have a specific target value. In that case, we are talking about indiscriminate attacks. And then the privacy, because sometimes adversarial attacks, they can refer to a way in order for the attacks to extract information, private information from the classifier. So why mistakes about machine learning, about artificial intelligence in the OT environments, in operational technology environments? So we're talking about production plants. They are so, they could be so expensive and dangerous. Because let me introduce, first things first, the paradigm of general acceptance about cybersecurity in the informational technology environment. So in the informational technology environment, we have this CIA pyramid where the confidentiality, the availability, and the integrity of the data, they are the main purpose of the cybersecurity. Then the traditional approach wants more or less the same things also for the operational technology, but a more realistic approach is showing us that there is a change of paradigm where the safety, the reliability of the process and the productivity are the core value in when you're talking about cybersecurity in operational technology. And when you are talking about safety, of course, we are saying about, we are talking about the human health. Then, this is an example of adversarial attacks that we use for train our cyber physical CM. For instance, we train her in order to make her allow the employee on the plant, on the production plant, if they were showing the correct badge that was associated with the correct credentiality. And then our machine learning will say, okay, it's true. If the badge is not matching the credentiality, in this case, there is an anomaly that they can't enter. An example of adversarial attacks is make the machine believe that the two information, they are not related. They are not related actions. So that means that the machine can't understand and allow the person to enter, even though there are not the correct credentials. So basically, the more artificial intelligence driven technologies are introduced, and more adversarial attacks will be developed. So it's a problem that it could be a very serious threat, and is something that is regarding the all the environment, but especially this environment where the safety relevant, where the safety is a very relevant matter. So the adversarial training is a method that is very effective to scale the machine learning. And there are multiple techniques. For instance, we can do it in white box, in black box, in gray box. White box simulating an internal attack, or in black box or gray box simulating an external attack. And in order to develop the research in this field, for sure we need the agile effort, the support of everyone, from the government, from the educational sector, from the commercial and industrial enterprises, of course. So the objective is to remain cyber safe. Thank you very much. If you wanted to go deep in some argument, this is my name. Благодарим вас за ваше выступление. Приглашаем Нарзула Маматова с темой «Искусственный интеллект. Проблемы и решения». Салам алейкум. hurmatli konferensiya ishtirokchilari, umuman olganda O'zbekiston so'nggi yillarda sun'iy intellektga kuchli urg'u beryapti. Aslida sun'iy intellektni hozirgi kunda 30 dan oshiq ta'riflari bor. Men qisqaroq ta'rifini mas'uliyatga keltirganman. Sun'iy intellekt bu intellektual dasturlar va mashinalar yaratish ilmi hamda texnologiyasi bo'lib, bu kompyuter fanlari majmuasi tarkibiga kiradi. Bu hamma joyda xuddi shunday aytilgan, barcha o'sha keltirilgan 30 ta ta'riflar bu aynan shu ma'noni bildiradi. Mamlakatimizda esa sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqotlar o'tgan asrning 60-yillarida boshlangan. Unda, demak, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi kibernetik ilm ishlab chiqarish birlashmasida sun'iy intellekt nazariyasi barcha yo'nalishlar bo'yicha yo'nalishlari rivojlantirilgan. 1968-yilda esa o'sha institut tomonidan tashkil etilgan sun'iy intellekt va avtomatlar mavzusida ilmiy konferensiyada sobiq ittifoq akademiyasining haqiqiy a'zolari, dunyoga mashhur olimlar, Daroditsin, Gulishkov, Paspelov, Juravlov kabi olimlar qatnashganlar. O'sha davrning o'zidayoq o'sha mamlakatimizda sun'iy intellekt tushunchasi yo'q edi. Lekin seminar konferensiyaning mavzusidan ko'rinib turibdiki, demak, o'sha paytda ham O'zbekistonda sun'iy intellekt hozirgi kunda yangi nima emas. Shunda bu nimadan keyin, konferensiyadan keyin, demak, tabiiy til, predikatlar tili, IHM tili zanjirini tashkil etish, tizimlarni ta'sirlash va formallashtirish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Sun'iy intellektni timsollarni tanib olish yo'nalishi bo'yicha izlanishlar aynan 1966-yildan beri boshlandi. Hozirgi kunda bu maktab mavjud va maktabga O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademiki Mirzaxon Mirzaahmedovich Komilov rahbarlik qiladi. Demak, ko'pchilik sun'iy intellektni qaysi sohaga tegishli? Sun'iy intellekt asosida yaratilgan texnologiyalar barchasi bu axborot texnologiyaga tegishli hisoblanadi. Mazkur ilmning vazifasi hisoblash tizimlari yoki boshqa qurilmalar yordamida aqlli fikr va harakatga erishishdir. Bunda ko'proq robotlarni ishlab chiqish nazarda tutiladi. Sun'iy intellekt sohasida tadqiqotlarning maqsadi esa kompyuterlar qo'yiladigan masalalarni yechimini topish uchun yetarli bo'lgan metaproseduralar to'plamini yaratishdan iborat. Sun'iy intellekt sohasida tadqiqotlar asosan 2 yo'nalishda olib boriladi. Demak, bular bionik hamda pragmatik yo'nalishlarda bo'ladi. Har bir yo'nalish o'zini bir nechta narsalardan iborat. Masalan, birinchi yo'nalish neyrokibernetika ham deb ataladi. Bunda, demak, o'sha neyronlarni taxminan 14 milliardga yaqin inson miyasida neyronlar bor, o'shalarni bog'langan va o'zaro ta'sirlanuvchi nerv hujayralari neyronlardan apparat modellashtirishga asoslangan. Ushbu yo'nalish 1950-yillardayoq nerv hujayrasini modellashtirish uchun chegaraviy qurilma perseptron yaratilgan edi. Bu dastlabki o'sha neyron tarmoqning sodda ko'rinishi. Dastlabki unumdorlik ham bo'lgan IHMlarda miyaning biologik tuzilishini amalga oshirishda iloji bo'lgan, biroq hozirgi kunda mikroelektronika bir necha minglab protsessorlarni birlashtirish, ya'ni neyrokompyuterlardan iborat hisoblash tuzilmalarini qurishga qodir. Ularning asosiy xususiyatlari ichki tuzilishni o'zgartira olish va bu orqali inson kabi o'rganishni tashkil etish hisoblanadi. Ikkinchi yo'nalish esa bu pragmatik yo'nalish bo'lib, ushbu yo'nalishning natijasi intellektual masalalarni yechishga mo'ljallangan kompyuterlar uchun dasturiy ta'minotlarni yaratish hisoblanadi. Sun'iy intellekt tizimlarining xossalari quyidagilardan iborat. Demak, ichki izoh. Bunda, demak, bilimlar bazasida axborot bilan bir qatorda nafaqat bilimlarni saqlash, balki ulardan foydalanish imkonini beruvchi axborot tizimlari taqdim etiladi. Bilim bilan birga, demak, axborot tizimlari ham ushbu izohni ichida bo'lish talab etiladi. Ikkinchisi, demak, tuzilmaviylik. Bunda, demak, murakkab obyektlarni sodda obyektlarga dekompozitsiya hamda ular o'rtasidagi bog'lanishlarni o'rnatish amalga oshirish talab etiladi. Bog'liqlik, fakt, jarayon hodisalarga nisbatan qonuniyatlar hamda ular orasidagi sabab-natija munosabatini aks ettirishni ta'minlab berish kerak. Faollik mavjud bilimlar asosida yangi bilimlarni hosil qilish imkonini beradi. Sun'iy intellektni aniqlash yo'nalishlar asosan quyidagi 3 ta yo'nalishda amalga oshiriladi. Bular, demak, mantiqiy, agent ko'rinartilgan hamda intuitiv. Sun'iy intellektning asosiy turlari, demak, quyidagilardan iborat: taqsimlangan sun'iy intellekt, sun'iy superintellekt. Bunda demak, taqsimlangan intellekt bu parallel kompyuter tizimlari asosida taqsimlangan sun'iy intellekt. Demak, bu turli geografik joylardagi tugunlar orqali ular o'rtasidagi samarali bog'langan holda barcha hisoblash resurslarini optimal foydalanishni ta'minlashdan iborat. Sun'iy superintellekt esa 1950-yillarda ishlab chiqilgan o'sha Turing testi mashinaning inson xatti harakatiga teng yoki farqlanmaydigan aqlli xatti harakatini namoyish etish qobiliyati testi hisoblanadi. Agar shunday darajada qachondir erishiladigan bo'lsa, demak u insondan o'zib ketgan bo'ladi. Navbatdagi sun'iy intellektning ko'rinishi bu, demak, kuchsiz sun'iy intellekt hozirgi kunda barcha ishlab chiqilayotgan o'sha sun'iy intellektga tegishli ishlanmalarni barchasi o'sha kuchsiz sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan. Demak, bunda o'sha tor sun'iy intellekt nomi bilan ham ushbu kuchsiz sun'iy intellekt nomi tanilgan va bu maxsus dunyoda, masalan, video o'yinlarda mavjud bo'lib, undan tashqariga chiqa olmaydi. Bu uni cheklanishini bildiradi. Lekin hozirgi kunda ishlab chiqaruvchilardan talab qilinadigan narsa bu, demak, kuchli sun'iy intellektga e'tiborni berish hisoblanadi. Kuchli sun'iy intellektning rivojlanishi ushbu bosqichda kuchli sun'iy intellekt texnologiyalar amaliy yondashuvdan ko'ra ko'proq falsafiy yondashuvni ifodalaydi hamda kuchli sun'iy intellekt to'liq sun'iy intellekt nomi bilan ma'lum inson miyasiga taqlid qiluvchi konstruksiya hisoblanadi. Hop, so'nggisi, demak, sun'iy intellekt turi bu umumlashgan sun'iy intellekt. Demak, umumlashgan sun'iy intellekt ommaviy madaniyat tufayli ko'pchilikda shakllangan sun'iy intellekt tushunchasi inson aqli kabi har qanday masalaga qo'llanishi mumkin. Mashina intellektining umumlashgan toifasiga kiradi. Bu har qanday masalani yechish imkoniyatini ta'minlash talab etiladi. Demak, sun'iy intellekt asosan quyidagi bo'limlarda ishlaydi. Demak, chuqur o'qitish, neyron tarmoqlar, mashinali o'qitish, tabiiy tilni qayta ishlash, kognitiv hisoblash va kompyuterlik bo'lish. Bularni barchasi sun'iy intellekt oilasining a'zolari sifatida qarash mumkin. Ba'zan sun'iy intellekt termini hamda ushbu bo'limlarning nomi ko'pchilik adabiyotlarda almashiladi, biroq ularning hammasi bitta sun'iy intellekt deb ataluvchi oilaga tegishli hisoblanadi. Qo'llanish sohalari yuqorida ham aytib o'tildi. Qo'llanish sohalarini hozirgi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari inson faoliyatining barcha sohalarida keng tatbiq etilmoqda. Rasmda keltirilgandek, bu demak sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, logistika, telekommunikatsiya, moliya sektori, energetika, savdo-sotiq, sog'liqni saqlash, ta'lim, fan, davlat boshqaruvi, xavfsizlik, sud va boshqalarda qo'llanilishi mumkin. Sun'iy intellektni asosiy e'tibor beradigan narsalardan biri bu ma'lumot hisoblanadi. Sun'iy intellektda, demak, ma'lumotlar alohida o'ringa ega. Kompyuterni ishlashi hamda javob qaytarish uchun, demak, bizga axborot zarur. Sun'iy intellektning rivojlanishi qisman texnologiyalarning o'sishiga bog'liq bo'lgani bilan izohlanmaydi. Gap katta ma'lumotlarda, katta ma'lumotlarni yig'ish, demak, ularni o'sha sun'iy intellekt uchun o'qitishda foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Hech qanday foydasi yo'q katta hajmdagi ma'lumotlarga ega bo'lgan kompaniyalar katta qiymatga ega bo'lmaydi. Uni qo'llashni qidirish, ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilishning eng yaxshi samarali usullarini aniqlash ko'plab kompaniyalarning va ilmiy muassasalarning maqsadiga aylandi. Endi sun'iy intellekt tizimlarini yaratish hozirgi kunning dolzarb masalalar hisoblanadi. Bu ikki xil yondashuvda amalga oshiriladi. Ko'plab tadqiqotchilar birinchi yo'nalish bo'yicha, demak, mavjud texnologiyalar asosida. Bunda, demak, tadqiqotchilar soha masalalarini mavjud texnologiya asosida yetish orqali natijalarni taqdim etishadi. Biroq bir soha uchun samarali natijani ta'minlagan texnologiya, usul, algoritm boshqa soha uchun kutilgan natijalarni ta'minlamaydi. Masalan, tasvirlarni tanib olishda qo'llaniladigan usul va algoritmlarni matnlarni qayta ishlashda qo'llash orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin emas. Ikkinchisi, demak, yangi zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqish. Bu sun'iy intellektni fundamental asosini tashkil qiladi. Bunda ilmiy izlanuvchidan sun'iy intellekt asosini tashkil etuvchi yangi model, usul, algoritmlarni ishlab chiqish talab qiladi. Bular o'z navbatida sun'iy intellekt nazariy asoslarini tashkil etadi. tadqiqotlarni o'tkazish uchun ikkalasidan foydalanish shart, chunki birinchisini bilmay turib ikkinchisini yaratish menimcha muammo hisoblanadi. Hozirgi kunda sun'iy intellektga nafaqat bizning mamlakatimiz, balki butun dunyoda qiziqish katta bo'lyapti. Shuning uchun 30 dan oshiq dunyo mamlakatlari o'zini milliy sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishdi. O'zbekiston Respublikasining demak prezidentining 4996-yilgi qarorida ham aynan sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish vazifasi belgilab qo'yilgan. Hozirgi kunda o'sha markazimiz va vazirlik tomonidan ushbu strategiyani ishlab chiqish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Yaqinda o'sha 4996 qaror bo'yicha raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti tashkil etilgan. Bu institutning asosiy vazifalari o'sha qarorda ko'rsatilgan, lekin men qadimdan mavjud bo'lgan qismlarni aytib bermoqchiman. Sun'iy intellekt demak bu tanib olish, anglash va harakatni baholashdan iborat. Tanib olish bo'yicha bizning institutimiz demak ajdodlarni, avlodlarni bilimiga ega. Bunda demak nutqni tanib olish, kompyuterni ko'rish bo'yicha ishlar amalga oshirilgan. Bundan tashqari hozirgi kunda o'sha institutimizda biometriya, biometrik tanib olish, belgilarni tanib olish, nutqni sintezlash va tahlil qilish ishlari amalga oshirilgan. Har bittasi uchun institutda alohida laboratoriyalar tashkil etilgan. Bundan tashqari axborot va matnlar tahlil qilish, ekspert tizimlar va bashoratlash tizimlarida akademik Bekmatov Turkun Fayzovichning o'rnlari katta deb hisoblayman. Demak, sun'iy intellektning tadqiqot yo'nalishlari ular xilma-xil bo'lib, turli tadqiqotlash yo'nalishlari mavjud. Yechiladigan masala asosida tadqiqot yo'nalishlari quyidagilarga ajratiladi. Demak, mashina tarjimasi, avtomatik referlash, axborotlar qidiruvi, nutq muloqot tizimlari, o'yin intellekti, kompyuterni ko'rish, ma'lumotlarni olish, matnlar va musiqalarni yaratish. Bundan tashqari, demak, sun'iy intellektni ularda foydalangan vositalar asosida tadqiqot yo'nalishlarini ham quyidagi turlarga ajratish mumkin. Sun'iy neyron tarmoqlari, evolyutsion hisoblashlar, timsollarni tanib olish usullari, ekspert tizimlar, evristik dasturlash, multiagent yondashuvlari va boshqalar. 3-chi demak yo'nalishga quyidagilarni kiritish mumkin: yechimlar fazosi qidiruvi, ma'lumotlarni taqdim etish va mashinali o'qitish. Sun'iy intellekt o'zining rivojlanish tendensiyalariga ega. Bular turli tendensiyalar, turli demak yo'nalishlar orqali amalga oshiriladi. Bizni qiziqtiradigan institutimizda asosiy yo'nalish bu ilmiy tadqiqotlar hisoblanadi. Bunda demak quyidagilarni keltirish mumkin. Bundan tashqari demak ikkinchi yo'nalishi bu mavjud tizimlarni rivojlantirish. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, hozirgi kunda ko'plab tizimlar ishlab chiqilgan. Bu O'zbekistonning o'zini milliy tizimlari ham mavjud, lekin ularda ayrimlarni dunyo bo'yicha demak rivojlantirish kerak. Bu asosiy yo'nalishi demak nutqni tanib olish sifatini yaxshilash. Ayrim hollarda mavjud nutqni tanib olish tizimlari yaxshi natija bermaydi. O'sha Googleniki ham, masalan Yandexniki ham o'ziga yarasha talablari mavjud. Bundan tashqari hujjatlar mavzusi mazmuni chuqur mashina tushunish tufayli qo'l tarjimasi butunlay mashina tarjimaga o'tkazish kerak. Tilni mashinali tushunish internetda hamda ijtimoiy tarmoqlarda matnlar oqimini avtomatik qayta ishlash, faktlarni yig'ish va tuzish, ularni ziddiyat va aniqlikka tahlil qilishni yangi bosqichga olib chiqish kerak. Bundan tashqari boshqariladigan mazmun berilgan sohada ixtiyoriy mavzuga yetarlicha uzun maqolalar yaratish imkoniyatini ta'minlash kerak. Bunda demak global tendensiyalarda insonni qoloq harakatdan ozod qilish, ma'lum kasblarni, mutaxassislarni intellektual qurilmalarga to'liq almashtirishga qadar muayyan kasblar bo'yicha intellektual mehnat intensivligini kamaytirish, raqamli interfaol axborot texnik makonni qurish, fikrlar tizimini yaratishda inson va mashinalarning hamkorligini ta'minlash, murakkab va mas'uliyatli qarorlarni qabul qilishni asoslash, qo'llab-quvvatlash, murakkab obyekt hodisa va jarayonlarni ishonchli, samarali boshqarishni tashkil etish, ortib borayotgan hajm hamda turli xilma-xil tasvirlangan axborotlarni yanada samarali qayta ishlash, fan sohasidagi ma'lumotlar bilan ishlash samaradorligini oshirish hisobiga noaniqliklarni kamaytirish, kerakli sifatdagi ma'lumotlarni ro'yxatni kengaytirish hamda tahlil qilish uchun ma'lumotlar hajmini oshirish talab qilinadi. Bundan tashqari, demak, apparat va dasturiy ta'minotni rivojlantirish tendensiyalari ham mavjud. Bunda demak, dasturiy mahsulotlarni hisoblash va funksional imkoniyatlarni kengaytirish, navbatdagi avlod hisoblash arxitekturasini rivojlantirish. Agar ayrim masalalar bor, buni rivojlantirmasdan turib sun'iy intellekt masalasini yechib bo'lmaydi. Bundan tashqari, demak, ovozli interfeyslar asosida ilovalarni yaratishni ko'plab platformalarni yaratish. Bunda turli bo'lishi talab qilinadi. Qurilmalardan ovozli assistent bir xil ishlashi uchun ko'p funksiyali platformalar hamda cross platformalar yechimlarini rivojlantirish. Modellarni o'qitishda ma'lumotlarni yaratish uchun gendan yanada kengroq foydalanish. Samarali hisoblash arxitekturalarini ishlab chiqishdan iborat bo'ladi. Xo'p, sun'iy intellektni rivojlantirishda quyidagi vazifalar muhim deb hisoblaymiz. Demak, bu birinchisi algoritmlar va matematik usullar sohasida sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni yanada kuchaytirish kerak. Hozirgidan demak, sun'iy intellekt sohasida tadqiqotlar uchun mutaxassislar sonini oshirish bu prezident qarori bilan hozirgi kunda yechilgan hisoblanadi, lekin baribir talab darajasiga hali chiqqanimiz yo'q. Mana TATUda, boshqa universitetlarda sun'iy intellekt bo'yicha alohida bakalavr yo'nalishlari tashkil qilingan hamda o'sha doktorantura ham tashkil qilingan, lekin buni bitirib kelguncha yana 5-6 yil o'tadi. Ungacha boshqa yo'nalishdagilarni o'sha sun'iy intellektga tayyorlashimiz talab etildi. Demak, O'zbekistonni xalqaro tadqiqot loyihalarida ishtiroki darajasini oshirish, xorijiy texnologiyalardan keng foydalanishga imkoniyatlar yaratish. Imkoniyatlar bor, ayrim texnologiyalarni olib kirishda turli muammolar yuzaga keladi. Shuning uchun buni va oxirgisi demak, o'qitish natijalarini transfer darajasini oshirish, bu demak o'sha algoritmlar va matematik sohasidagi vazifalar hisoblanadi. Yana bir muhim vazifa bu mutaxassislar sohasida hisoblanadi. Sun'iy intellekt sohasida mutaxassis tayyorlash, zamonaviy dasturlarni ishlab chiqish. Hozircha dasturlar bor, lekin ko'pi o'sha kuchsiz sun'iy intellektga asoslanib qolganga o'xshaydi. Bundan tashqari, mehnat bozorida sun'iy intellekt sohasidagi mutaxassislarni yetarlicha ta'minlash uchun o'sha ayrim qismi yechildi. Sun'iy intellekt texnologiyadan foydalanib ko'plab kompaniyalarda mutaxassisning tayyorgarlik hamda raqamli malakasini oshirishni amalga oshirish kerak. Ko'pchilik o'quv dasturlarida sun'iy intellekt texnologiyasi bilan ishlashni o'rganishni kiritish. Biz uni nazariy asoslardan tashqari o'sha sun'iy intellekt asosida ishlovchi qurilmalarni da ishlashni o'rgatishimiz ham talab etilar ekan. Sun'iy intellekt sohasidagi malakali mutaxassislarni mamlakatimizda saqlab qolish. Bu oldinda har bir sohaning muammosi, har bir sohaning kuchli vakillari xorijda ishlashni xohlashadi, lekin biz ularni imkon qadar o'sha O'zbekistonda ayniqsa sun'iy intellekt sohasidagi kuchli olimlarni, yoshlarni saqlab qolishimiz kerak. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan texnologiya xodimlari ma'naviy holatdagi ta'sir ko'rsatmaslik va uzoq kutishlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bundan tashqari, dasturiy ta'minot sohasida ham bir nechta vazifalarni amalga oshirish talab etiladi. Demak, birinchisi bu sun'iy intellekt sohasidagi shaxsiy ilmiy tadqiqotlar va texnologik ishlanmalar salmog'ini oshirish. Hozircha bor, lekin men ko'plab maqolalarni o'qiyman. Ularda demak, tayyor texnologiyadan biz tayyorga o'rganib qolsak, o'sha umrimizning oxirigacha tayyor texnologiyadan foydalanib o'tib ketamiz. Biz o'zimiznikini, milliy usul va algoritmlarimizni, bu usul va algoritmlar sun'iy intellekt texnologiya asosini tashkil etadi. O'zimiz ishlab chiqishimiz kerak. Bundan tashqari, demak, maxsus apparat ta'minotini yirik milliy ishlab chiqaruvchilarni yuzaga keltirish. Yo'q bizda milliy o'sha ishlab chiqaruvchilar. Buni xohlaymizmi, yo'qmi, O'zbekistonda joriy etishimiz kerak. Hamda qurilma uni qismlarini xorijdan imkon qadar import qilish hajmini kamaytirish. Bilamiz, mana ko'pchilik dasturlarga ham bo'lsa, Arduino, Raspberry'larni hammasi xorijdan keladi. Nima uchun shuni o'zimizda? Bizda muammo apparatlarni ishlab chiqaradigan mutaxassislarning yo'qligi deb hisoblayman. Keyingisi demak, apparat sohasida demak, bu sun'iy intellekt masalalarini yechish uchun milliy tezkor samarali mikroprotsessorlarni ishlab chiqish va rivojlantirish. Qayerdadir bu mikroprotsessor ishlab chiqish haqida bir ko'tarilganda, menimcha hali oxiriga yetgan yo'q. Navbatdagi demak, sun'iy intellekt masalalarini yechishda guruhli yoki yakka foydalanish uchun ma'lumotlarni raqamli qayta ishlash uchun shart-sharoitlar yaratish. biz ko'pincha ma'lumotlardan yakka tartibda emas, guruh ko'rinishda foydalanamiz. Umuman vazirlik idoralaridan demak shularni alohida yakka tartibda foydalash imkoniyatini yaratib berish. Yana bir asosiy muammosi bu ma'lumotlar sohasida. Ma'lumotlarni yig'ish va ajratish uslubiyatini rivojlantirish kerak. Hozirgi uslubiyatlar aniq bir qonun-qoidalar asosida amalga oshirilmaydi. Bundan tashqari ommabop ma'lumotlar bazasini shakllantirishimiz kerak. Barcha o'zi kirib, o'zi xohlagancha sun'iy intellekt texnologiyasini o'sha bazada ishlatilishi kerak. Turli manbalardagi ma'lumotlarni mosligi uchun ruxsat, ajratish, formatiga yagona yondashuvni ishlab chiqish talab etiladi. Kompaniyalarda sun'iy intellekt texnologiya haqida bilimlarni oshirish kerak. Ko'pchilik qanaqalarga borsak, bular sun'iy intellekt haqida tushunchaga ega emas. Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi rivojlanish bosqichida sun'iy intellekt imkoniyatlari cheksiz, ammo quyidagi qiyinchiliklar demak yuzaga kelishi mumkin. Bu demak mashinalar o'qitish faqatgina katta ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Bunda ma'lumotlardagi har qanday noaniqliklar oxirgi natijaga ta'sir qilishi mumkin. Maqsad kamroq hajmdagi ma'lumotlarni o'qitib, o'sha katta hajmdagi olinadigan natijalarni olishni ta'minlash kerak. Ikkinchisi demak intellektual tizimlar faoliyatini aniq bir turi cheklanib qolgan. Demak bizda intellektual tizim ishlab chiqaradigan usullarimiz ma'lum bir soha uchun o'tadi, boshqa soha uchun ta'sir qilmaydi. Masalan, soliq tizimidagi firibgarlikni aniqlashga mo'ljallangan aqlli tizim demak bank sohasidagi qonunbuzarlikni ajrata olmaydi. Biz tordagi dasturlar bilan ishlaymiz, ularni insonni demak ko'p vazifalardan ancha yiroq. Va navbatdagisi intellektual mashinalar avtonom hisoblanmaydi. Ular hayot faoliyatini ta'minlash uchun mutaxassislarni butun guruhi, shuningdek katta sarf xarajatlarni ham talab qiladi. E'tiborlaring uchun rahmat. У нас произошла небольшая техническая заминка, поэтому мы просим Мусаева Хамаджон Махмудовича с докладом «Интеллектуальный интерфейс. Актуальное направление развития технологий искусственного интеллекта». Марфа. Басып көрсәтін дей, қана қырман бас болсын. Аны бұларды қайчат шығар. Жоқ, рахмет. Я хотел бы остановиться на одной из важнейших проблем искусственного интеллекта, которая называется интеллектуальный интерфейс. Это взаимодействие человека с компьютером через речь и через текст. Как вы знаете, искусственный интеллект является сегодня стратегически самой важной технологией для становления новой цифровой экономики. Компьютерные средства представляют собой новый, дешевый и мощный ресурс. Но пока этот заложенный в компьютерных средствах потенциал практически плохо задействован. И происходит это потому, что процесс передачи человеческих знаний компьютеру реализуется с помощью небольшой группы профессиональных программистов. Нам необходимо, искусственный интеллект позволяет от ручного программирования перейти к созданию программ самими компьютерами. Этот процесс автоматического порождения алгоритмов обеспечивается машинным обучением. То есть перед решением какого-то класса задач, значит, программа, интеллектуальная программа обучается. И уже при решении самих примеров или каких-то задач уже по ходу дела, она сама генерирует свои текущие программы обработки данных. Машинное обучение тесно связано с интеллектуальным анализом данных. Его можно определить как автоматизацию решения сложных профессиональных задач в разных областях деятельности. Опоздал, извиняюсь. И машинное обучение, повышение интеллекта компьютеров дает возможность раскрыть истинные алгоритмические возможности компьютеров, позволяет им решать проблемы лучше, быстрее и дешевле человека. Для Узбекистана искусственный интеллект является важной технологией для становления национальной цифровой экономики. Здесь уже говорилось об постановлении, об указе президента февральском о мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта. Узбекистан должен предпринять все возможные усилия по развитию себя соответствующих направлений исследования, чтобы не упустить свой шанс занять место в ряду технологически развитых стран. Я хотел бы представить вам объем ежегодного грантового финансирования проектов в мире в сфере искусственного интеллекта, начиная с 2012 года. Здесь до 2016, здесь получается 5 миллиардов. В 2019 году, для вашей информации, значит, объем финансирования составил около 6 миллиардов долларов. Количество публикаций в мире по теме искусственного интеллекта к 2018 году достигло 180 тысяч с лишним. Количество патентов в области искусственного интеллекта к 2018 году достигло 57,5 тысяч. Это показывает говорит о том, что в мире растет интерес, не то, что растет, это лавинообразный рост, значит, разработок в области искусственного интеллекта. Второе. Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс. Существует три основные точки роста современных информационных технологий. Это глобальные сети и мобильные коммуникации, перспективные человеко-машинные интерфейсы и интеллектуальные технологии, IT. Как известно, в науке вообще известно, что открытия и рывки совершаются на стыке. Поэтому здесь мы рассматриваем интеллектуальный интерфейс как способ объединить усилия этих направлений и дать новый толчок. Повышение эффективности применения компьютеров идет по пути увеличения их дружественности по отношению к пользователю. Почему? Потому что лавинообразно растет количество пользователей компьютеров. Компьютеры вышли из лабораторий, вычислительных центров и университетов. Компьютеры шагнули в жизнь. Поэтому создание удобного интерфейса для людей, не подготовленных к программированию и не подготовленных к работе с компьютером, является очень важной задачей. Интеллектуальный интерфейс – это интерфейс непосредственного взаимодействия ресурсов информационного комплекса с пользователем посредством программ обработки текстовых и речевых запросов пользователя. Интеллектуальный интерфейс применяется для доступа к базам данных, поиска документальной текстовой информации, голосового ввода команд в системах управления, для машинного перевода с иностранных языков. При реализации алгоритмов и программ искусственного интерфейса решается проблема морфологического, синтаксического и семантического анализа, а также задача синтеза высказываний на естественном языке. Семантический и синтактический анализ естественного языка реализует так называемую диалоговую компоненту. Цель диалоговой компоненты – организация диалога пользователь, интеллектуальный интерфейс, обозначение функций участников общения, в ходе совместного решения задач. Следующее. Состав системы, удовлетворяющий требованиям такой технологии решения задач, состоит из трех компонентов. Это исполнительная система, это совокупность компьютерных средств и алгоритмов, обеспечивающих выполнение программы. Это база знаний, которая наполняется, которая заполняется или набирается до решения задачи, и в которой, по сути, сидит интеллект этой системы. И интеллектуальный интерфейс, обеспечивающий возможность адаптации вычислительной системы к пользователю. База знаний должна содержать в данной постановке систему общения. Значит, для системы общения это словари, знание о том, что понимают тексты, графические изображения и директивы, как они понимаются, как анализируется речь и как синтезируются ответы пользователя. Для решателя это знание о переводе входных сообщений в текст на языке внутренних спецификаций. Для системы обоснования – знание о том, как отвечать на вопросы пользователя и обосновывать полученные решения. Для системы обучения – знание о том, как учить пользователя и как учитывать его реакцию при обучении по заданному сценарию. Как следует из вышесказанного, интеллектуальные интерфейсы позволяют решать главную проблему – обеспечивать практически мгновенный выход неподготовленного пользователя на режим решения интересующих его задач. Итак, базовые составляющие интеллектуального интерфейса. Первая базовая составляющая – это распознавание, анализ речи. Значит, ключевым компонентом алгоритм распознавания речи является модуль распознавания. Модуль распознавания является первым этапом. Почему? Потому что, как правило, в интерфейсе активной стороной является сам пользователь. Поэтому распознавание его директив и заданий является важнейшей задачей. Технология распознавания речи получает развитие в составлении протоколов заседаний, в журналистике, медицинской диагностике, широко применяется в сферах образования, в различных программных продуктах, направленных на изучение иностранных языков. Большое внимание уделяется реабилитации больных с нарушениями слуха и речи в результате травм или от рождения. Это постинсультные больные, утратившие полностью или частично разговорную речь. Это люди глухие с детства с вживленными имплантами. Это большой корпус людей, которые нуждаются в поддержке со стороны алгоритмов распознавания анализа речи. Синтез речи. Вторая часть. Синтезированная речь должна удовлетворять следующим требованиям. Узнаваемость, естественность, ну, естественно, разборчивость, выразительность, правильная расстановка пауз и ударений. Все компоненты анализа и синтеза речи могут быть реализованы в настоящее время в виде нейронных сетей и обучены с помощью методов глубокого обучения. Общая модель речевого диалога, вот она приведена здесь, состоит из двух последовательностей программных компонентов. Именно последовательность. Анализ речи – это идущая от микрофона фонограмма, ее параметризация, так, ее акустическая модель, распознавание и выходной текст. Синтез речи – это база текстовых данных, той отрасли, для которой вы работаете, речевая модель, распознавание входного текста и выходная речь. Проекты по автоматической обработке узбекской речи. Учеными нашего университета ведутся исследования по разработке компьютерных программ анализа и распознавания узбекской речи. Выполнены исследования по созданию алгоритмов типа речь-текст для распознавания слов узбекского языка. На основе предложенных алгоритмов разработаны нейросетевые архитектуры и модули для формирования речевого корпуса. Кроме того, создана пользовательская часть, которая представляет собой удобный интерфейс, который позволяет загружать, удалять и выбирать аудиофайлы. Так, последовательность алгоритмов текст-речь. Это тоже очень сложная задача. Это задача, обратная задача анализа речи. У нас была разработана последовательность процедур синтеза речи. Это с помощью транскриптора создается речевой корпус, который разбивает входной текст на предложение и раскрывается сокращение. Реализуется параметрический синтез и создается языковая модель. Выполняется преобразование параметрического представления речи непосредственно в аудиосигнал. Дальше. Разработаны у нас системы речевого интерфейса, разрабатываемая в настоящее время, прошу прощения, система речевого интерфейса для государственных органов. Известно, что интерфейс для данной проблемной области – это языковый носитель отношений человека в сфере производства или оказания услуг. Практически вся деятельность госслужащих основана на тексте информации и ее переработке. Они читают, изучают законы, обобщают входные документы, проверяют договоры, и анализируют корпоративные документы. Они используют те две верхние технологии вместе, то есть речь-текст и текст-речь. Общая схема, значит, речевого интерфейса выглядит следующим образом. Вот на схеме представлено. Значит, прямое преобразование – это говоря речь, с помощью речевого корпуса идет распознавание речи, формируется деловой документ стенограмма и выходит в виде текста. Обратное преобразование. Поступает текст, чтение делового документа, синтез речи, генерация естественного языка через громкоговоритель. Следующий проект, который у нас реализованная система реабилитации детей с нарушениями речи. Для Республиканского центра реабилитации детей с дефектами речи создана программа восстановления речевых функций. Реализован режим общения с ребенком, создана мультимедийная база изображений и словарь из детского лексикона. Создана интеллектуальная программа оценки правильного произношения звуков, слогов и слов узбекского языка. Важно, что программа автоматически оценивает произношение с высокой точностью, и также она формирует текущие оценки от урока к уроку до достижения полного выздоровления. В результате реализации проекта разработана технология реабилитации с дефектами речи с участием компьютера. Сам процесс обучения может быть организован родителями с помощью персональных компьютеров. Это очень важно. Почему? Потому что в республике очень много в областях людей, дети которых имеют нарушение в речи. И мы позволяем им остаться на своих местах и там прямо учить, реабилитировать своих детей. По желанию родителей подготовлен специальный диск для домашнего обучения. Перспективная система обработки естественного языка. Значит, в мире давно идут серьезные исследования. Я уже показал, какие затраты и какие успехи достигнуты. Я только хотел бы перечислить те основные направления, которые развиваются в мировых информационных системах. Диалоговые системы, чат-боты. Задача ведения диалога с пользователем остается одной из самых сложных задач в области искусственного интеллекта. Значит, сообщаю, что к 2018 году объем мирового рынка чат-ботов достиг уровня 1,2 миллиарда долларов. Второй. Голосовое управление. Это голосовые системы управления транспортом, промышленным оборудованием, бытовой аппаратурой и приборами умного дома и умного города, инвалидными колясками. Они становятся повседневными для пользователей, для граждан той или иной страны. Речевые технологии в юридической практике и работе госорганов. С помощью интеллектуального интерфейса становится возможным реализовать функции непосредственно общения клиентам с помощью речи. В госорганах и юридических фирмах это касается первоначальной беседы с новым клиентом, а также сопровождения существующих клиентов. Анализ информационного пространства. Обращаю ваше внимание, самое острое применение речевых технологий сегодня – это информационные войны. Государственным службами используется анализ информационного пространства соцсетей с попыткой выявления активных групп граждан, негативно настроенных к власти. То есть речевые технологии позволяют анализировать открытый сетевой трафик с целью выявления определенных ключевых слов и оперативного реагирования. Системы колл-центров – это справочные системы. IVR – это автоматическое распознавание речи, широко применяемое в справочных информационных системах. Во многих колл-центрах установлены, в том числе у нас, аппаратно-программные комплексы АВР, но на них нет программ распознавания узбекского языка и ведения диалога по технологии НЛП. Речевые технологии для людей с нарушениями, с ограничениями по зрению и слуху. Об оказании помощи инвалидам вышло несколько решений правительства Республики Узбекистан. Считаю, что применение технологий синтеза речи может оказать большую помощь незрячим людям при озвучивании текстовых файлов. Технологии анализа речи уже оказывают помощь в реабилитации детей и могут помочь в реабилитации постинсультных пациентов и глухих людей от рождения. Далее, технологии интеллектуального интерфейса может применяться в сфере образования при изучении иностранных языков. К нам едут очень много гостей, но у нас нет программы компьютерного обучения узбекскому языку. Я хотел бы в заключение представить вам компании в мире и в России, которые активно работают на рынке и которые уже проникают к нам тоже. Значит, вот Google, IBM, Microsoft – это лидеры мирового, Яндекс, Amazon. Вот. В российские компании – это Яндекс, IBM, MyRoot и так далее. Я что хочу сказать? Эти компании в своих странах для английских, для русских, так сказать, речевых технологий создали свои программные продукты и активно пользуются. Мы остаемся небольшим таким, ну, если не белым, то уж сероватым пятном в этой палитре. И нам давно пора заняться тем, чтобы создавать не просто системы искусственного интеллекта, а конкретные системы обработки речи, обработки текстов, извлечения из текстов полезной информации, о чем говорил уважаемый Маматов. И мы должны с вами понимать, что для нас, кроме нас, этого никто не сделает. Если мы будем сидеть сложа руки, придет дядя, и мы заплатим ему деньги. Вот как мы сейчас платим сотовых, когда переводчик есть, мы же Google отдаем, да? Вот смотрите, Google как дает, видите его? Он в том числе и наши денежки там сидят. Заключение. Основные направления развития речевых технологий, которые могут быть, по нашему мнению, получить развитие в Узбекистане. Это базовые основные технологии. Я не говорю об отраслях или ведомствах. Итак, анализ и синтез речи, диалог на естественном языке, информационный поиск, анализ текстов и сообщений, машинный перевод, обучение государственному языку. По прогнозам экспертов, с 19 по 24 год на глобальные расходы на диалоговые системы в мире будут увеличиваться каждый год на более чем 30% и достигнут своего значения в 7, почти 8 миллиардов долларов к концу периода. Вот в мире как тратятся на диалоговый сервис. Для Узбекистана искусственный интеллект и интеллектуальный интерфейс – новые точки роста бизнеса, производстве и оказании услуг. Спасибо за внимание. Мухаммаджон Махмудович, благодарим вас за ваше выступление. Сейчас у нас будет выступать Александр Георгиевич Крайнов, директор Яндекса по развитию технологий искусственного интеллекта. Выступление будет проходить посредством Zoom онлайн. Здравствуйте, коллеги. Сейчас я постараюсь включить презентацию, и тогда мы сможем начать.